какие-то... Отставку главы Дагомыса и Волковского сельского округа Ибрагима Караева мэр Сочи Анатолий Пахомов принимал под аплодисменты местных жителей и, отметив заслуги теперь уже бывшего руководителя, наградил его медалью «Признание и почет сочинцев». Ибрагим Рамазанович, спасибо за работу. Караева на посту сменит Евгений Ковалев. За его плечами богатый административный опыт. Он занимал должность премьер-министра Адыгеи и главы Майкопского района. Хотя сочинцам Ковалев больше известен как вице-мэр по социальным вопросам, впоследствии депутат городского собрания. Он местный человек. Я уверен в том, что у него будет хорошая поддержка со стороны общественности, Дагомыса, Волковки. Наши депутаты его поддержат обязательно. И задача одна – обеспечить комфортное проживание жителей Волковского сельского округа. Для этого есть все механизмы. Волковский сельский округ – один из самых больших в городе. И первоочередной задачей нового руководителя станет налаживание конструктивного взаимодействия местной администрации с ТОСами и ТСЖ, отметил мэр Сочи. Дагомысский микрорайон, и в частности и в целом Волковский сельский округ, очень проблемный. Предыдущий глава достойный, на мой взгляд, исполнял свои обязанности, но тем не менее сегодня назначена эту должность я. Сделаем все возможное, чтобы оправдать доверие главы, чтобы оправдать доверие людей. Говорили на встрече с жителями о необходимости усилить безопасность в общественных местах, школах, детских садах, больницах. Анатолий Пахомов призвал граждан быть бдительными и немедленно сообщать о подозрительных личностях в полицию. Обсудили и проблему систематических подтоплений Дагомыса, причина которых – несвоевременная расчистка русел рек и устаревшие ливневки. Сделать все возможное, чтобы в них не сбрасывали мусор, пообещали жители микрорайона. В ближайшее время своими силами они готовы расчистить берега рек. А мэрия, в свою очередь, гарантировала помощь в урегулировании вопросов доступа к руслам водоемов с Министерством природных ресурсов России. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.